Я нашел новые закрытые подвалы в Майнкрафте. Всем привет, ребят, с вами я, Зомбэк, сзади меня прыгает миньончик, а сегодня у нас будут новые закрытые подвалы. Смотрите, они очень необычной формы. Сегодня будет очень интересное видео, вы посмотрите, какие здесь персонажи. Это у нас Влад А4, миньон, добрый Соник, это у нас говорящий Бен и мама длинные ноги. У каждого из этих персонажей есть свой цветной подвал, закрытый решеточкой. Ну а сегодня нам нужно будет выбрать какой-то из них и отправиться и посмотреть на всех этих персонажей. Миньончик пытается пройти эстафету. Смотрите, у него пока все очень хорошо получается. Он уже несколько кругов здесь пробежал. Ну а мы начинаем, друзья. Итак, пишите в комментариях, кому мне сейчас отправиться. Не забудьте тыкнуть лайк и подписку. А я предлагаю, наверное, пойти выбрать желтый подвал и спуститься в него. Ломаем вот эту решеточку и спускаемся в желтый подвал к Сонику. Погнали, друзья! Смотрите, этот радужный друг верхом на Хаги-Ваги! О нет, они поймали доброго Бена! Бен! Помоги мне, помоги, зомбак! Они меня захватили! Друзья, они поймали его и держат в заточении, надо срочно спасать! Так, сперва справимся с вот этими скибиди-монстрами, у него даже три головы на плечах, смотрите, отлично! Эй, ты! Что это за чудище такое? Надо бы быстрее вытаскивать доброго Бена оттуда! Так, Бен, не переживай, я приду за тобой! Хорошо, я жду тебя, зомбак, иначе у нас будут проблемы. Отлично, ребята, давайте постараемся его быстрее спасать. Так, да как же тебя одолеть-то? Ура, друзья, мы его победили. Здесь еще какой-то циклоп из Гартон оф Банбан. Его тоже нужно одолеть. Отлично. Так, в ту сторону мы пойдем попозже. Что это за динамит такой? Он сам падает. Давайте... Ой, я шипы задел. Попробуем подняться теперь к Бену и спасти его. Так, Бен, я к тебе уже поднимаюсь, иду. Я тебя жду, зомбак, пожалуйста, давай, спаси, я уже устал тут сидеть. Отлично, я уже наверху. Ой, здесь еще монстрик, смотрите-ка. Я его даже и не заметил. Аккуратненько перепрыгиваем сюда. Привет, Бен, как поживаешь? Привет, как видишь, не очень хорошо, все очень плохо. Да, я уже успел заметить. Давай-ка я возьму кирку и попытаюсь тебя отсюда спасти. Пойдешь со мной? Конечно, с тобой пойду. Что мне нужно сделать? Пойдем, нам надо справиться еще вот с тем монстром и попытаться отсюда выбраться как-то. Хорошо, зомбак, без проблем, я тебе помогу. Слушай, на, держи кирку. Если что, кстати, вот там еще один портал. Возможно, он приведет тебя домой. Можешь попробовать через него домой убежать к своим друзьям. Хорошо? Хорошо, зомбак. Слушай, у меня такой вопрос к тебе. А ты правда любишь Бена? Ну, Бен очень крутой. Так это же ты, Бен. Так нет, я не Бен на самом деле. Что? Ты чё, не Бен? Я все это время ошибался? Я не Бен. Это что за чудище такое? А, ребята, сматываемся. Охотник Тим. Он превратился в доброго Бена и обманул меня. Он пришел сюда. Куда прятаться? Уйди, проклятый монстр! Ай, больно! Очень больно! Очень больно! Нет, нет! Нет! Отлично, ребята, мы смогли его одолеть! Это все охотник Тим, он притворился Беном, чтобы я спас его из ловушки! Меня обманули! Так, нам нужно подняться наверх. Так, здесь у нас динамит. Давайте попробуем пройти здесь. Отлично, одного из скибиди-монстров мы победили. Здесь падает динамит вниз, и лучше по нему, конечно, аккуратненько пробегаться. Так, вот он портал. Давайте попробуем сейчас туда пройти и посмотрим, что дальше. Ого, друзья, здесь гигантский G-Man-туалет! Планктон? Опа, привет! Зомбак, ты пришел! Нет, ты не спасешь доброго Соника. Сейчас мы его сделаем из него шашлык. Что, планктон упал в лаву, ребята? Соник, привет! Привет, зомбак, помоги мне, пожалуйста, меня поймали! Ребята, они поймали доброго Соника. Это что еще такое? Что здесь вообще происходит? Я вообще в шоке. Соник, ты сам смог выбраться? Здорово! Я через лаву выбрался, прикинь. Отлично, отлично. Давай попробуем сейчас с тобой справиться с вот этими монстрами. Здесь планктон был, и он, кажется, упал в лаву и сгорел, да? А это он меня в эту колбу посадил. Он сказал, из меня сделает робота свою жену. Чего? Как хорошо, что он все-таки был побежден. Смотри, гигантский G-Man. Его надо как-то одолеть. Давай попробуем, помогай мне.
Хорошо, так. Помогаю тебе. Давай, стреляем, ребята, нам надо уничтожить этого Джимена. Отлично, он испарился. Какой там адский туалет, смотри, он во все стороны смотрит. Ух ты. Ничего себе, он страшный, реально. Соник, будь осторожней, они кидают в нас огненные шары. Смотри, там прямо из стены огненные шары вылетают. Будь аккуратней. Слушай, я смог пройти их. О, ты справился с монстрами, шикарно. Давай, побежали в портал, я сейчас за тобой поднимусь. Так, а что у тебя в сундучке? Ух ты, печеньки. Ты все печеньки себе забрал. Да, я печеньки люблю, смотри. О, это круто, ребят. А вы тоже любите печеньки? А напишите в комментариях, какие печенья вы любите больше всего. Ладно, Соник, давай тогда. Я рад, что мы тебя смогли спасти. Я пойду дальше в портал. Что это такое? Зомбак, смотри, что случилось. Ой, смотри, огненные линии какие-то. Ладно, я лучше смотаюсь отсюда. Давай, Соник, удачи. Давай, пока, зомбак. Все, погнали в портал. Смотрите, это что еще такое? Мама, длинные ноги. У нее гигантское тело. Ох, там миньончик прыгает. А, это кто такие? Хелпи, а ну брысь от меня. Стоп, подождите, там добрый миньон внутри. Смотрите, его водой затапливают. Мама, длинные ноги, ты что с ним наделала? А ну получай. Так, сейчас давайте-ка с вот этими хелпи сперва справимся. Попробуем их одолеть. Получайте, монстрики. Отлично, одного одолели. Ух ты, надо их как-то уничтожить. Да что ж ты такой сильный? Да, друзья. Миньон, как тебя отсюда вытащить? Помоги, зомбак, меня поймали. Я не знаю, как меня вытащить. Меня заколдовали, я теперь вверх-вниз летаю. Да я вижу, ты там в водичке болтыхаешься. Эй, мама, длинные ноги, а ну освобождай его. Нет, ха-ха, я приготовлю из него вкусный суп. А, приправим солью, как будет вкусно. Да ты что говоришь такое, мама, длинные ноги, нельзя такое делать. Так, миньон, аккуратно, я сейчас тебя спасу, только сперва победить надо вот эту вот маму, длинные ноги, огромную. Так, как же это сделать? Ой, миньон, аккуратно, не стреляй, ты можешь попасть в меня. Это так. Не я не специально. Подожди, подожди, хватит, стой. Так, сейчас мы маму, длинные ноги победим. Так, ребята, да нет, она сейчас кушает миньона, надо его ее отдалеть. Да как же она такая сильная, я в нее попасть не могу. Ура, мы ее победили. Все, я выбрался. Миньон, ты сам выбрался? Да. Отлично, я очень рад, что у нас получилось. Кстати, у меня осталось несколько печенек. Ты любишь печеньки, миньон? Не люблю я печеньки, не кушаю. Я люблю чипсы. А, ты чипсы любишь? О, а это твой друг миньончик, да? Не, мы с ним не дружим. Это как не мой. Так, ну ладно, печеньки оставим для моих подписчиков. Слушай, а это что за топор алмазный? Ну-ка, давайте-ка его возьмем, может быть, он нам пригодится. Ой, слушай, сюда лучше, наверное, не падать. Там что-то есть, миньон, я сейчас залезу, посмотрю. Так, сундук. Ну-ка. Сундук там? Какой сундук? Да. Так. А, здесь были лестницы, миньон, я мог тебя спасти. Но ты молодец, что сам смог выбраться, это очень круто. Это было тяжело, на самом деле, я маленький, а яма большая. Я думал, я боялся за тебя, я думал, что мама длинные ноги тебя сейчас скушает. Ну, как видишь, я живой. Все хорошо, ладно, миньончик. Ой, меня там ждут новые монстры, Скибиди. Мне срочно надо прыгать в портал, давай, увидимся еще. Пока! Погнали! Смотрите, ребята! Это гигантский вертолет Скибиди, он летает здесь повсюду. Это что там, улитка из Гартона в Бан-Бан ползает? Жесть, где это мы оказались? Ух ты, надо быть осторожней, чтобы этот вертолет меня никуда не скинул. Ладно, попробуем пройти вот отсюда. Давайте спустимся сейчас вниз. Тут еще и шипы выдвигаются. Жесть какая-то творится. Так, давайте скинем этого скибиди-монстра сюда. А, я шипы задел! Нет, я упал вниз, ребята! Надо, ребят, наверное, заново появиться наверху и попытаться пройти заново это испытание. Ах, все, ребят, я задеспавнился опять сюда наверх. Попробуем сейчас пройти, я еще и горю. Надо аккуратно проходить, на этот раз будем осторожней. Слушайте, а я могу отсюда сразу вот туда допрыгнуть? Как вы думаете, я сейчас попробую. Так, аккуратно. Маленький спикермен. Эй, приветик. О, зомбак, привет. О, слушай, у меня большие проблемы, как ты видишь. Меня поймали эти монстры. Я вижу, вот эти скибиди монстры поймали тебя в ловушку. Ты сможешь отсюда как-нибудь выбраться? Нет, шипы надо убрать срочно. Так, ну шипы, я не знаю, смогу ли я перекрыть. Ой, аккуратно, подо мной лава. Пожалуйста, не скинь меня. Так, давай попробуем отсюда убежать.
Все хорошо. Я сам убрал. Погнали со мной, давай попробуем выйти сейчас отсюда. Побежали. Ой. Ай, помогите! Спикермен, я могу тебе максимум только вот досочки скинуть. Поднимайся ко мне. Я же как папа мой умею летать. Ой, меня чуть не скинул этот... А, зачем ты это сделал? А, вон ты, наверху, ты умеешь летать? Ты чё молчал? Я же говорю, я как папа, я умею летать, ты как слушаешь? А я боялся, что не смогу тебя спасти. Смотрите, этот вертолет с кибити реально летает. Так, я, короче, аккуратно попробую тогда пройти. Самое главное, в меня не попади, хорошо, я попробую пройти паркур. Так. Я уничтожил этого вертолета. О, отлично, сейчас я дойду до вот этой улиточки и помогу тебе с ней справиться. Так, давай. Она же добрая. Добрая? Думаешь, она нас не будет трогать? Она меня не трогает, она меня слизью так, хоп, сделала. Прикольно. Так, я тогда сейчас до тебя допаркурю и вместе пройдем дальше. Так, отлично, я пришел. Ух ты, прикольно. Вообще, это монстр из Гартунов Бан-Бан. Ну, не знаю, она меня не трогает, она милая. Прикольно, ну да, ладно, она здесь просто ползает и никого не хочет трогать. Так что мы ее трогать тоже не будем, да? Ты пойдешь со мной дальше? Не, я улетаю. Пока, зомбак. А, ну ладно, давай, маленький спикермен. Ну, окей, еще увидимся. Мы, друзья, погнали дальше. Помоги, зомбак, меня затягивает. Нет, нет, нет. Ребята, Влада А4 засосала. Этот хантер, охотник Тим, его сожрал. Ха-ха, наконец-то ты пришел ко мне, зомбак. Сейчас я тебя съем. Помоги, зомбак, вот этот монстр сожрал Влада А4. Что? Смотрите, вон он, смотрите, во рту, надо его спасать. Ух ты, что? Изнутри этого монстра появляются аманкасеры. Надо срочно их победить, их слишком много. Так, давайте-ка попробуем их одолеть. Главное, чтобы они не напали на Анжелу и Спанч Боба. Ух ты, они очень легкие, но они в большом количестве на меня идут. Так, давайте их побеждать, отлично. Тебя тоже, монстрик, смотрите, они прямо изо рта вылезают. Ух ты, довольно эпичная, конечно, битва, но ничего, я думаю, что мы с ними справимся. Друзья, за финальную битву ставьте лайки, мы должны спасти Влада от этого монстра. Это прям какой-то аттракцион аманкасов. Давайте сейчас их одолеем. Бам! Так, стоп, они походу бесконечно оттуда будут появляться. Нам нужно одолеть самого главного вот этого охотника. Без него мы не сможем спасти Влада. Давай, получай, охотник Тим! Давай, как же его одолеть-то? Что ж он такой сильный? Ребята, я уже все патроны на него потратил. Так, давай, стреляем. Ребята, у меня патронов не остается. Что с ним делать? Пожалуйста. Да, мы его победили! О, ты меня спас, зомбак! Спасибо тебе большое! Отлично, мы спасли Влада. Фух, я уж думал, тебя никогда не увижу. Ну, как видишь, увидел. Я тоже думал, что я уже себя никогда не увижу красиво. Отлично, друзья. Ой, ты что, мне деньги решил дать? Ну, я тут пару миллионов долларов решил тебе отправить. Еще на карте у тебя пару миллионов долларов. Вау, круто, ребята. Мы прошли испытания. Вау, за такое точно надо поставить лайк и подписаться. Влад, ладно, давай, я, наверное, пойду обратно в портал. Давай, пока, зомбак. Все, погнали. Возвращаюсь я обратно из желтого подвала. Вот такие у нас сегодня подвалы получились. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Миньон тут все еще бегает. Ох, как он, наверное, устал. Пишите комментарии, обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайки. С вами был Зомбак, и до новых встреч. И всем пока-пока.